Доброе утро, друзья! В эфире программа «А-Ньюс». Присаживайтесь поудобнее, ведь следующие 15 минут будут полны позитива, полезной информации и фактов. А мы начинаем! Сегодня 14 марта. Прошло уже 2 недели весны. Как же быстро летит время! Но и не помешало бы узнать, что было в этот день. Сегодня отмечается день рождения видеомагнитофона, который сконструировал русский инженер Понятов, проживавший в Сан-Франциско. В этот день, в 1956 году, он впервые продемонстрировал свое детище в Чикаго перед журналистами, а в конце этого года впервые видеомагнитофон был использован для отстрочки выпуска видеоновостей в прямом эфире. В те годы производством этой техники занималась компания Ampex, которая принадлежала Понятову. С ней до сих пор сотрудничает НАСА, заказывая видеоаппаратуру для космических исследований. В Японии, Корее и Тайване 14 марта отмечают так называемый «Белый день» – своеобразный ответ на 14 февраля. Тогда в этих странах женщины преподносят подарки мужчинам. Данный праздник появился в 1965 году, когда одна из японских кондитерских компаний организовала рекламную акцию, в которой призывала мужчин возместить полученные на 14 февраля шоколадные подарки своим белым зефиром. А еще сегодня день действий в защиту рек, воды и жизни. Интернациональная дата, которая ежегодно отмечается в десятках стран мира. Также праздник известен как Международный день действий против плотин, который появился в календаре по инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек». Я люблю делиться с вами не только интересными фактами, но и новостями, поэтому давайте перейдем в следующую рубрику. Одна уроженка Нью-Йорка вошла в историю, путешествуя в одиночку по всему миру. Коул Брауэр, ей 29 лет, и она капитан из Ист-Хэмптона. Она приняла участие в парусном соревновании и стала первой американкой, которая совершила в одиночку плавание через земной шар. Она была не только первой женщиной, но и самым молодым человеком, который выиграл соревнование. Путешествие Брауэр заняло 4 месяца, чтобы вернуться в порт в Испании, где она начала испытания. И спустя 27 тысяч миль ее историческая победа была вполне заслуженной и стала вдохновляющей историей в преддверии месяца женской истории. Today, the feisty 29-year-old is set to become the first American woman to sail around the world non-stop. I spoke with her today. 9 of the other guys dropped out along the way. As the first American woman ever to complete the epic journey, Cole says she hopes to inspire other young women, even in the face of challenges. На этой неделе в гольф-клубе в Мельбурне игру в гольф пришлось остановить, когда на поле внезапно ворвалось стадо кенгуру, заставив сотни животных пересечь его. Событие было запечатлено одним из игроков, отметившим, что хотя кенгуру и ранее появлялись на территории клуба, но их никогда не было в таком количестве. It is a fair income stampede. Better not stand on my golf ball. После ухода кенгуру игра возобновилась. В клубе уточнили, что животные не причиняют вреда полям, оставляя лишь следы. 14-летний Бикарес учится в 8 классе и в свободное время снимает видео, которые обсуждают в сети. Подростку удается создавать атмосферные ролики, словно пропитанные любовью к городу. Под постами парня порой десятки комментариев пользователей сети. Они обсуждают работу юного видеографа и зачастую хвалят его труд. Оказалось, что подросток снимает видео с помощью дрона, который ему подарила его семья. Now I am become death.
Мне нравится снимать казахстанские города, природу, особенно в Алматы. Ролики снимаю на дрон, пока это мое хобби, которое иногда приносит доход. Создаю ролики я уже около 2 лет, рассказал Бекарыс. Этим летом он планирует посетить Астану, Актау, Туркестан и Шымкент, чтобы и в этих городах поснимать интересные и атмосферные ролики. Семья поддерживает увлечение мальчика. Отец подростка отметил, что всегда рад помочь сыну, чтобы его мечты сбывались. Волонтер из Атырау, активистка Лунара Рыспай, уже 2 года живет в Нью-Йорке. Недавно наша очаровательная девушка покорила Нью-Йорк Fashion Week, где дефилировала в нарядах известных домов моды Америки. Казахстанский боец UFC Асул Мабаев одержал 2-ю победу в лучшей лиге мира. На турнире UFC 299 в Майами, Флорида, США, представитель наилегчайшего веса встречался с американцем Си-Джеем Вергарой. Поединок проходил в раннем предварительном карде турнира и был рассчитан на 3 раунда. Он завершился доминирующей победой 30-летнего Алмабаева единогласным решением судей. Он забрал каждый из раундов. Теперь на счету казахстанца 2 победы в 2 боях под эгидой UFC. Он дебютировал в промоушене в августе прошлого года, когда финишировал Ода Осборна удушающим приемом. Теперь Асу идет на серии из 15 побед к ряду. Что касается 32-летнего Вергары, то это был его 6-й бой в UFC. У американца прервала серия из 2 побед. 17-летняя чемпионка из Казахстана поехала в Таиланд и там соревнуется со взрослыми 30-летними спортсменками из Малайзии, Канады и других стран, поборола всех и завоевала золотую медаль. Удивительная спортсменка из Алматинской области Жибек Кулумбетова, занимающаяся грэпплингом и джиу-джитсу, является 8-кратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы, а также многократной чемпионкой и призершей различных международных соревнований. Она поехала в Таиланд и там впервые в карьере выступила в новом для себя концепте грэпплинга ADCC и там смогла завоевать сразу же золотую медаль. Грэпплинг ADCC – это вид боевых искусств, который сочетает в себе элементы различных дисциплин, включая бразильское джиу-джитсу, рестлинг, дзюдо и самбо. Главная цель – заставить противника сдаться с помощью захватов удушающих приемов или ключей. И интересно то, что буквально за день до соревнований она узнала, что в ее возрастной категории и весе никто не решился выступить против нее. Она выступает в категории 16-17 лет и до 50 кг. Тогда она решила побороться в категории 55 килограмм и среди взрослых спортсменок. И каково же было удивление взрослых соперниц Жибек из Малайзии, Канады и Таиланда, когда хрупкая юная девушка меньше их по весу и возрасту буквально не оставляет ни единого шанса и сносит одну за другой на своем пути. В 2024 году на экраны выходит много сиквелов и продолжений старых историй. Так почему бы не поговорить о них? Например, фильмы «Каскадеры». По сюжету, стареющий каскадер Колт возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке снять фильм. Но главная звезда картины пропадает. Тогда Колта уговаривают расследовать это дело и найти актера. Ведь так он сможет вернуть возлюбленную. 3,
два, один. Мотор. Потрясно! Супер, просто супер, потрясно! Только не он. Ты ведь знал, что я буду против. Ты буквально последний в списке тех, кого бы я наняла. Я хочу тебя ударить. Очень сильно. Я не против. Только давай где-нибудь наедине. Я не главный герой. Я дублер. Но не сегодня. Я на съемочной площадке. Заждались. Он спутался с очень мутными ребятами. У меня не было выбора. Пришлось включить режим Джейсона Борна. Они пытались убить меня. Не понарошку. Ты сможешь? Не, не сможешь. Слишком опасно. Спущусь по лестнице. Ладно, ладно. Что с твоим лицом? Выглядишь ужасно. А ты прекрасна. Ты падаешь и тут же поднимаешься. На что ты готов ради того, кого любишь? Потом выпей, обещаю. Держись крепко. Да, каскадеры! Ты завтра занята? Может, сходим на пляж? Выпьем по маргарите! Совершим пару ошибок! Да! А следующий фильм «Падение империи». По сюжету, в недалеком будущем в США вспыхивает гражданская война. Правительство превращается в диктаторов, а партизанские движения совершают теракты. По стране путешествует группа репортеров, документируя все происходящее. Интересно, что для студии А24 «Падение империи» станет самым дорогим фильмом, ведь в него вложили порядка 50 миллионов долларов. 19 штатов отделились. Армия США перешла к активным боевым действиям. Белый дом вынес предупреждение силам Запада, а также Альянсу Флориды. Переизбранный на третий срок президент заверил граждан, что мятеж будет подавлен. Если что, зовите. Вы вообще в курсе? По всей Америке идет гражданская война. Это не наше дело. Хватит с нас новостей. Граждане Америки. Так называемые силы Запада, Техас и Калифорния. Не примените авиаудары против мирных граждан. Сегодня они пойдут на Вашингтон. Нам надо туда. В столице журналистов расстреливают на месте. Пойдем туда, погибнем. Подрыв. Я рисковала жизнью в горячих точках. Я просила, хватит. Надеялась, что моя страна меня услышит. Теперь война. Пришла в наш дом. Это какое-то недопонимание. Что? Мы все американцы, ясно? Окей. Откуда ты, американец? Забыл, да? Силы Запада доберутся до Белого дома уже к 4 июля. О, боже мой. Давай машину! Живо! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай! Боже, храни Америку! Наш эфир подходит к концу, и нам уже пора прощаться. Я думаю, что вы узнали много нового для себя. А я вам желаю отличного дня. Пока-пока!